Сегодня расскажу про Тинькофф Инвестиции, про подарочный акт, который они дают при регистрации или еще про какие-либо случаи. Вот мне, например, при регистрации дали Московскую биржу, но я ее не могу получить, потому что есть условия. Конкретно нужно собрать портфель на 20 тысяч и продержать этот уровень 30 дней. Сейчас у меня 20 дней из 30, завтра посмотрим, что произойдет. Вот там казалось, что не обязательно на 20 тысяч акт купать, достаточно просто, чтобы они у вас на счету лежали, потому что я купил не на 20, но на счету у меня больше даже. Вот потом пришла еще Росгидро, но она прошла чуть позже. Тут вокруг пишет, сколько дней осталось. Это через 19 дней, это 29. Сегодня пришла еще какая-то американская Nordstrom, 20 долларов. Она тоже пишет, что 9 дней. Странно, что я могу сразу продать. Смысл еще в том, что эти акции вы не можете оставить, их в любом случае придется продать. Но можете потом купить на эти же деньги обратно. Стоит. Так, пришел момент продать подарочные акции. Тут остался вот один день. Сейчас попробуем продать Московскую биржу. Но здесь есть нюанс. Можно продать только о рыночной стоимости. Лимитные заявки нельзя выставлять. Можно продать только по цене, которая сейчас на рынке. Ну, еще есть Росгидро, но они не полноценные лоты какие-то там. Всего там 28 штук на 20 рублей. Получается так себе. Самый полноценный это вот это. Так, продал за 75-75. Не стал больше ждать. Также есть нюанс еще. Лучше держать больше 20 тысяч на счету, потому что при продаже надо, чтобы соблюдались условия. Там акции могут просесть, у вас портфель станет меньше 20 тысяч, и надо будет заново опять набирать, а время может уже не хватить. Там дает не 30 дней, а сначала 60-90, я сначала держал 22 тысячи, решил запас вложить, что-то в общем, плюс 750 рублей подарочных все-таки пришли, плюс еще вот 2 висят на 20 рублей, такая его на 17 долларов, поэтому, в принципе, акции подарочные есть, но с очень большими нюансами.